вышли в магазин за продуктами в сельпо. А тут воздушная тревога. Ну, вам не слышно, как гудит. Мы вот сразу решили воспользоваться, пройтись по парку. Такая у нас тут зимушка. То дождь, то снег. Сейчас вот смотрите, какая дорога слякотная. Все тает. Где-то градуса 2 тепла, но холодный ветерок. Детвора уже вся убежала, когда тревога. Это я вам уже показывала, эти разорванные окна, побитые. Ну, потихонечку в них меняют. Сверху начали, вверху меняют. А здесь пока еще не дошла очередь. Вот, смотрите, велосипедная дорожка. Вон детвора бегом-бегом. И с площадки, с детской, уходят. Так. Не дают нам расслабиться. Совсем не дают. Видишь, сразу все ушли, ушли, ушли. Детвору все увели. У меня еще немножко болезненный. Ну, там мало совсем. У меня немножечко еще болезненный голос. Никак я не выйду с этого состояния болезни. Ну, выкарабкаемся. Я так думаю, что выкарабкаемся. Гляньте. Вот так вот смотришь на все, как будто бы все прекрасно. Никакой тебе ни войны, ничего. Все хорошо, все замечательно. Не правда ли? Тренажеры. Свет у нас отключают очень часто. Вчера вообще отключили на 6 часов, потом 2 часа было, 5 отключили, уже на 8 часов. 3 дня вообще интернета не было в доме. Ну, это какая-то поломка, это к войне никакого отношения не имеет, просто была какая-то поломка. Но без интернета, я вам хочу сказать, конечно, скучновато. Вот. Я там маленькие видосики сняла, и когда появился хоть мобильный интернет, бегом-бегом загрузила на несколько дней, и все. Ну, посмотрим, когда это видео выйдет, потому что все у нас непредсказуемо. Так, идем дальше. Идем сейчас попробуем, может быть, АТВ работает. Ну, скорее всего, что когда тревога, все закрыто. А нам надо хлебушек еще купить. Славику понравился АТБ хлеб. Сейчас идем. О, хлопцы, хлопцы, работники раскричались. Ну все, идем. Смотрим, посмотрим, работает или нет. Зашли в АТБ, все в порядке, работает, купили. Думали одного хлеба, гляньте, Слава тащит. Две сумки, рюкзак. И у меня еще сумка. Вроде бы как ничего не брали, получилось много. То морковки, то пельмени, заморозку. Ну что тут так скользко? Скользко. Сейчас аккуратненько перейдем. Ой. Хотя бы хоть не гепнуться. Красота. Снежочек. Когда грязь, не очень приятно, когда снежочек, хорошо. А, какие у нас тут красоты. Детские площадочки. Машин куча. Вот уже и наш домик. Давай отдыхай на лавочке. Хочешь? Не, не хочет. Не хочет отдыхать. Ну, значит, идем домой. Все, еле дошла. Дышать нечем. Все, раздеваемся.
Сейчас я вам покажу, сколько мы сумок тут притащили. Смотрите, вот три сумки, это четвертая. Ну тут вода, конечно. Ну сейчас разберу, покажу. Так, первая сумка, что мы тут купили? О, это я селит купила, это мне надо для кранов. Так, сметанка. Вот такие вот индюшиные желудочки. Они на холодец хорошо подойдут к Новому году. Так, это две индюшиные голени. Так. И Наполеончик. Это первая сумочка. Так, рюкзачок. Водичка. Миргородская и Моршинская. Я люблю без газа. Вот такая вот водичка. Дальше еще одна сумочка. Взяли пельмешки. На всякий случай, если нечего будет покушать, будут пельмешки. Вот такой огромный пакет морковки. Морковку мы любим. Морковочка. Так. Это замороженные овощи на овощные супчики. И еще одна сумка. Так, это акции, почитать надо, что там. Значит, вот это вот купили на пробу конфеты. Яночка посоветовала. Вот такие вот конфетки. Хочу попробовать, что они. Если не вкусные, значит, Яна их доест. Птичье молоко. Это мы любим птичье молоко. Это мы всегда покупаем. Так, что тут еще? Сацебели. Так, это майонез. Славик будет делать какой-то салат. Ну, если получится, я, конечно, сниму какой-то салат. Он его в интернете увидел. Значит, жареные грибы, селедка. Что там еще, не знаю. Ну, в общем, нужен майонез. Две ложки нужно будет майонеза. Вот такой хлебушек мы купили казацкий. Очень вкусный, кстати, хлебушек. И купили хлебушек еще выселковый. Тоже очень. Это мы в ОТБ покупали. Так, это я решила побаловаться. Знаю, что нельзя, но... Так, на всякий случай купили две свечи. Ну, всякое может быть, потому что у нас хоть и все в порядке со светом. Ну, на всякий случай. Ну, и салфетки вот такие вот мы еще покупаем. Все, вот такие вот у нас покупочки. В общем, наши покупочки нам обошлись 1100 гривен. Вот эти вот покупочки фактически. Ну, что мы тут купили? Ничего. Ну, вот такие цены. Так что, так вот и живем. Но ничего. Сейчас у нас 3:30. Через полчаса выключат свет. Тревога пока еще, отбоя не было. Сейчас бегом-бегом все это распакую. Надо будет в морозильную камеру положить. И все, сегодня уже видео не получится у меня. Смонтировать-то, может, и получится. А закачать, наверное, не получится. Поэтому, ну, вот как-то так. Вот стараешься, а с этим светом, с этим интернетом не все получается как надо. Голос сел. И... Немножко даже тяжеловато говорить, но как есть. Сегодня разговаривала с родственниками из Харькова. Все ждут мира, все ждут как можно быстрее встретиться, обняться, поцеловаться. Вот. Ну, надежда умирает последней, поэтому мы верим в нашу победу, верим в нашу перемогу. Смотрите, Славочка чистит машину. Снежок выпал. У нас же был сильный дождь. Ливень. Такой был ливень. Было плюс 10. И ливень страшный. А потом пошел снег. Славик перед этим все очистил. Сейчас опять пошел чистить. Вот так. Славик! Славик! Не слышит. Славик! Очищаю машину от снега. Молодец, молодец. Такая у нас тут. Все
Всем привет большой! Так что, друзья, всем вам привет от Славочки. Ну, мы тут смотрите, какая у нас тут красота. Там дальше лес. А вчера у нас тут туман такой был, вообще ничего не было видно. Вот тот лес вообще видно не было. Ну, ладно, пошла. Это на балконе прохладно. Это наш временный холодильник, когда отключают свет. Тут у меня и молоко. Славик себе арбуз купил, не знаю, вкусный, невкусный. Попробует селедочка, капусточка и холодец. Смотрите, какой у меня холодец я сварила. Картина стоит, то болела, то света нет. В общем, стоит моя картина, никак не могу ее закончить. Ну, надеюсь, что к Новому году точно сделаю. Ну, а я всем желаю, конечно же, здоровья, крепкого здоровья, терпения. Помните о своих родных, не забывайте, потому как мы сейчас все, кто где, нас судьба разбросала. И тем не менее, верим в будущее, верим в мир. Все буде добре, все буде Україна.